Всем привет, меня зовут Илья Войтовицкий, вы смотрите клуб «Это гараж», а гараж – это движ, вечеринка 2000-х. Ходили ли вы на дискотеку в 2000-х? Если да, то как, что, где? Да, это был 2001, это был школьный лагерь. Классно, это было круто. А если более взрослый, до 2010 года какой-нибудь? Это был пятый элемент. Да, конечно. Почему бы нет? На самом деле в 2000-х годах были самые популярные, самые известные песни. Фактор 2, допустим. Почему бы нет? Мы танцевали, мы веселились, знакомились с парнями. И это были самые популярные, хорошие года. Ну, конечно же, ходила. Потому что я леди из 90-х. И... Конечно, ходила. Конечно. Если да, то почему? Для чего? Танцевал, кайфовал, девочек снимал. В 13 лет, и что, братан? Самое главное, это было движ, почувствовать, отдохнуть после рутины домашней. Чем отличались дискотеки в 2000-х и сейчас? Если отличались, то чем они вам запомнились больше? Песнями «Руки вверх». Сейчас нету. Во-первых. Во-вторых, тогда не было введено так, что ведущие ведут весь вечер как бы. Просто врубили музыку и отдыхают. Классно. Все круто, но времена меняются и поколения меняются. И потом приходит обязательно тинейджерс, молодое поколение. Раньше знакомились парни с нами, а теперь мы знакомимся. Потому что когда сейчас играет музыка, мы подходим и сами приглашаем их на медленные танцы. А раньше, когда звучали 2000-е, они подходили и никогда не стеснялись этого делать. Отличалось именно кардинально тем, что мы приходили туда отдохнуть, а сейчас... Ты приходишь отдохнуть, а здесь вешаются редкостные девочки, которые очень дешевые и хотят, чтобы они на нас попрыгали, а мы хотим потанцевать. Ой, блин, раньше было круто. Девочки ходили такие простые, а сейчас смотри, одни девочки, вообще ни о чем. Не дают, ничего не делают. Сколько денег надо? Братан, надо зарабатывать миллионы. Я два зарабатываю, не хватает. Шо, смотри, какая сладкая штучка за мной там стоит. Нормально? Согласен. Смотри. Согласен. Да не ты, подвинься, слушай. У. Нормально? Как вы на этих дискотеках 2000-х знакомились? С кем? С парнями, может быть, с девушками. Они подходят, значит, говорят, здравствуйте, я там закажу вам сейчас выпить. Я говорю, нет, спасибо, вот так все и происходило. Знаешь, никогда в жизни нам не мешало выпить B-52, чтобы подойти и познакомиться с парнем. Сейчас им нужно выпить B-52, чтобы с нами познакомиться. Вот в этом есть самая проблема. Просто подходишь и говоришь, привет, как дела? А сейчас нужно подходить и говорить, привет, у меня 300 баксов, чтобы сегодня проебать их на тебя. Девушки стали меркантильными, но им нужны бабки, деньги. И не нужно просто внимание, отдых, похавать в парке шаурму, блин. Тюмала, ты шо гонишь? Что ты тут сидишь, тухнешь? Погнали поколбасимся. Да нет, что мне музыка не нравится. Тю, ты шо гонишь? Смотри, Мармоту, бобина, кассета, там дискотека, движуха сумасшедшая сегодня будет. Ну раз так, так погнали. Какая ваша любимая песня из 2000-х? Руки вверх, ну где же ручки? На самом деле я не могу вспомнить, но «Фактор 2» — это были мои самые любимые песни. Ой, наверное, «Руки вверх», 18 мне уже. Потому что всегда хотелось 18 сантиметров. А он тебя целует, говорит, что любит, ну максимум. С вами был Илья Войтовицкий. Вы смотрели проект «Клуб. Это гараж». А гараж – это движ. Подписывайтесь на наши инстаграм-аккаунты и на ютуб-канал Валерий Негода.